института, который занимается определенными брендами в Украине. То есть именно бренды «Заводник Сыслышек» вы будете понимать, что это наш товар. Торговая марка «Эмма», «Мергат», «Донжуани», «Монфлорида» — это котлы итальянские, китайские котлы, торговая марка «Нобель». Ну и также еще рынок радиаторов, он здесь не будет рассматриваться, но в контексте это «Делунги», «Рогал», «Сира», колонки «Поинтра», «Селена» и коллекторы «Зимбабве». Честно, я думаю, что начнем конечно, подбора рынка, чтобы представление, что на самом деле происходит. Здесь данные, которые нас предоставил агентство национального маркетинга, исходя из этих мониторингов рынка. Вот, мы получили их в апреле этого года, исходя из результатов анализа 2007-2008. Естественно, здесь само, как бы, само время кризиса вы не увидите, но как бы, могу в общем сказать, что в первом квартале 2008 года по сравнению с этой цифрой уже падение 74%. Но это по импорту. Почему? На самом деле, тут есть адаптированная статистика. Это общие данные статистики, которые не указывают, допустим, в самих продажах. Да, было снижение импорта за счет того, что многие производители очень сильно задавились в конце 2008-го продукцией очень больших морских запасов. В частности, как бы наша компания была тоже как бы, в такой ситуации, мы тоже в конце года, мы обязаны были теплосвечками затарить наши склады, чтобы выполнить договорные контракты. В целом, позитивная динамика была до 2008 года. Вот видите, в общем, рыночное потребление стрела 26%, рост, прирост 26%. Колоссально удивлял импорт 98% прироста. Что же случилось в этом году? То есть в этом году произошел обратный отток. То есть первый квартал показал минусовые показатели. 74% импорта наших производителей. То есть да, второй квартал, как уже говорили, оживился. Ну, пока данной статистики еще нет, потому что мы еще не обработали второй квартал. Но как бы есть уже тачки экспертные данные, как бы моих коллег, которые мы обмениваемся, опять же, как бы, как говорил Юрий на презентации, можно позвонить там другую компанию, скажет, как у вас, а как у нас, то есть получить необходимые данные. В частности, мы вот смотрим структуру в 2007 году. Так, каким был рынок в 2007? Это все импортированные торговые марки. В частности, тройка была «Эрман», «Вэтт» и «Мергат». В 2008 году произошел рост рынка, в частности импортного, почему? Потому что производство было уменьшено на 80%. Здесь это как бы в лидеры вышло, как бы марка «Ферроли». Соответственно, у нас торговые марки в общем контексте упали, но как бы компания все равно стала лидером рынка, исходя из того, что принципирован был небольшой. 11-15% компания «Ферроли» показала в следующем году